Продолжаем. Мухаддин Кушхов, чемпион России по вольной борьбе. Борец из Кабардино-Балкарии, также выступающий в зачет Дагестана, впервые завоевал звание чемпиона страны на турнире, проходившем в Якутске. Весовая категория супертяжелая, до 125 килограммов. В финальной схватке Мухаддин Кушхов нанес поражение обладателю серебряной медали чемпионата Европы, прошлогоднему чемпиону страны Алану Хугаеву из Северной Осетии. Причем общий счет встречи весьма внушительный – 8-3. На пути к финалу Мухаддин молниеносно выиграл у Остапа Пасенка из Кемеровской области со счетом 11-0 и всего за 46 секунд. Добавлю, что эти соревнования – ключевой этап отбора на чемпионат мира, который пройдет в сентябре в Узбекистане. Еще два наших борца, Азрет Шагенов и Анзор Уришев, завоевали бронзу. Победители и призеры чемпионата России получат медали золота, серебра и бронзы со вставками из якутских бриллиантов плюс денежную премию.